Можете поздороваться. У меня сейчас скилл, я на третьем месте. Вот так что скилл у меня есть. Mm-hmm. Я застрял, я не могу двигаться. Миша? Да, я тут. Что такое? Миша, ты меня слышишь? Это Андрей Родин. О, привет, Андрей. Mm-hmm. Привет, привет. А ты будешь привет, играть? Андрей. Да, да. Привет. А я буду добрый как-нибудь вечер подключиться к вам сейчас. А там у них место занято. Сейчас... А вы называете себя, кто-то приходит? Я не вижу. Сейчас матч кончится, я инвайт кину. Андрей Арутюнян, Арутант. Да я пошутила! Это который Брейвленд, если на всякий случай. Нет, это не Бэнк Стори. Ой, я ж тебя всем вас путаю, что вы разошлись там. Все, тайни Бэнк Стори. Все, давно не виделись, как говорится. Ну да, все мне пишут сессии перепал. А вдруг Blizzard тоже так вот Титан вертел и вертел? И два года не той стороной слушал. Хорош, ну все, теперь шутка на века, да? Нет, я еще не просто повертела, а я еще его повесила перед собой. Микрофон. Как грушу? А, как грушу, да. На лампу. Такая технология просто вообще. А там Бруно, по-моему, кого-то ест. Или кого-то ловит, чтобы съесть. Мы потом будем перезадать лобби? Да, да. Выгоним. У меня проблемы с мышью какие-то. А вот интересно, а не запрещают трансляцию животных домашних же? Голых. Нет. С торсом, да? Голых, да. Садишь кошку и транслируешь ее. Так ты что? В общем, смотри. Это просто, я не знаю, я такое для себя открыла. У меня друг тоже купил себе PS4 и постоянно смотрит стримы, которые там... Ой, господи. Из PS4, ну да. Да, я просто этим никогда не занималась. И он мне показал недавно, и там такое безумие творится. Вот реально чат-рулет только цензурный. Кроме той истории, помните? А, ну да, там же не Twitch есть, там еще есть стрим, который больше для живых стримов. И в общем... И там такой трэш вообще. Да, мы с утра смотрели все, сидели, смотрели, как японец работает. И у него там кошки ходят, там 4 кошки, а он сидит, тупо работает за столом на полу. Кто-то справляет свои дни рождения, какую-то тупо вечеринку. Это Хэллоуин как раз был, мы тоже справляли, но не стримили. Зря, да. Они запускают это приложение для патика, это где робот летает там и все. Да, да, да. Ну просто это что-то для меня такое странное, зачем сидеть? Сказал человек, сидящий в Мамбле. Ну мы... Показываем какое-то общение хотя бы, мы не просто картинку показываем. Не, они общаются с чатом, понимаешь? Если нет, чатом, нет, нет. Люди, которым нечего делать, они не знают, вот это как паблик-чат такой. Не обязательно общаются, я тебе говорю. А, именно вот просто тупо картинка. А, на японском ютубе, ну, когда регион ставишь, Японию, тебе предлагают такие видео, как, не знаю, двухчасовое видео о том, как кошка спит. Ну, то есть, вот что-то вот такое же тут тоже происходит часто. Я немножко, да, удивлена. Блин, у меня даже патроны закончились. Давай уже, умирай побыстрее. Спасибо. Ну, я жду, я опять жду. Что бы сказали твои родители? Насчёт чего? Ну, ты только что от них пришла. Всё, мы победили. Вин? Приглашение. Они бы сказали, ну не Нель, ну пора взрослеть уже. Ой, Кузьмич. Чё, Кузьмич? Ты последний кейс сделал. Чуть что, так сразу. Я крутой. Меня сессия переполнена. Не, подожди, она ещё завершается. Ты нетерпеливая, ты нетерпеливая. Да. Нетерпеливая, подожди. У нас как минимум два места. В общем, Андрей и ты сейчас, я так понимаю, не, да? Не, можно мне вернуться в сессию? У меня глюч. Так. Видимо, нет. Сейчас посмотрим. Джойнти, так. Не дается соединиться. Установить соединение с сервером. Сейчас попробую еще раз. Давай, сейчас. Давай. Джойнтись ко мне. Yes. Ой. Почему я. Все. Я немножко пересоздала свою девушку. Она не будет теперь как у Гуфовского. Она говорит голосом Илоны. Ну, она похожа, да.
Все, я присоединилась. Андрей? Надеюсь, мне потом никто не скажет, что я никого не позвала. У нас 8 из 18 у всех. Нет, ты если можешь позвать своих любимых фанатов, мы сделаем, будем приватный матч играть, в чем проблема-то. Ага. Ну сейчас я напишу, я еще не успела. Блин. Ну это заранее надо готово. Да вот я только-только пришла, мне пишут, пошли играть быстрее. Я такая, бегу. Собственно, все. Твич бесит меня. Конечно. Так, Андрей, ты тут? А что, тебе-то плохо слышно? Тихо слышно. Тихо. Ну, я тебе пикнул приглашение. Ты, наверное, что-то должен был нажать. Детройт грузится. А, нет. Ты не с нами. Ты, значит, не с нами. Нет, у нас Детройт, командный бой. А Михаил, выйди с нее, выйди. Мы сейчас просто в лобби сидим. Ты неизвестно где, в общем, тебе понятно, кому. Ну, я же к вам присоединилась. Ну, видимо, ты в старую лобби попала, там, где мы были. Ну, в ту. О, теперь я вас вижу, отлично. Ну все, давайте я поприглашаю, кто есть у нас. Хотя, наверное, все уже. Приватный матч тогда будем рубать и все. Ну, там и все как раз. Так, где он, делегаты? Тут уже, красите тут. Михайло, ты здесь? Да, он здесь. Он уже давно здесь. Нет, ну я просто смотрю, кого мне предлагают позвать. Все. Андрей? Нет, у меня опять Детройт грузится. Ему приглашение. Я уже кидал тебе приглашение. Попробуй выйти из игры. Ну, то есть не из игры, а из этого самого, из до загрузки. Меню. До меню. До меню, до главного. Я тебе еще раз инвайт кинул. Угу. Что-то тебя совсем плохо слышно стало. Ты что-то поменял у себя? А, вон и Гуфовский пришел. Ура! Есть кому меня убивать, да? О, блин, это монстр вообще. Вообще! Дельгада, отомсти за меня. Хорошо. Вы два тут у нас монстра вообще безумных просто. Нет, это плюс. Так лучше? Главное, чтобы не в одной команде. Да, лучше. Так, ну что, вы вчера записались? Ну да. Вот я в меню, как бы, игра в сети, или еще дальше куда-то. Нет, сейчас я тебе пришлю еще раз, у тебя стимовское приглашение выпадет, нажми accept или что-нибудь. Вчера было забавно. У меня вчера игра весь день вылетала, кстати. Надо было под утро приходить. Отлично, я работала. О, Андрей пришел. Почетный первый уровень. Уи. Кстати, когда мы будем играть приватный матч, у нас будет проблема, всем придется заново пересоздавать свои классы. Ну, господи, разве проблема? Зато проблема. Но все оружие будет открыто. Так, что-то Гуфовский пока не пришел. О! Пишет, что чего-то не могу. А теперь что делать, если что? Сейчас пока ждать. Ага. А класс надо создавать? Вы создаете классы какие-то? Не сейчас. Подождите. Да, не... Подожди. Дельгата, ты охлаждение увеличил? Сейчас, секунду. Звучит круто. Все сделал. Амика, стрим компании. Да, я знаю, но это старое. Я не могу ничего сделать. Твич у меня постоянно вылетает. И это старое название. Я сейчас уже переделываю. Все плохо с ним, в общем. Мне он не нравится очень. Пароль, какой же у меня пароль? Я уже... 1, 2, 3. 4, 5. Нет, QWERTY, да. Там наоборот, 5, 4, 5. Да, да. Y, T, R, E, V, Q. Talking for the apology, да? Да, да, да. Куховский. Я позвала... Всех, по-моему, кто у меня есть. Кто? Гуфовский. Ты чё, стой. Ну? Конечно, ну. А, это Дельгадо сказал? Ну серьезно, почему ты 6-й левел всего лишь? Ага. Понятно, ты мышцой своей играешь. Мышцой. С мечом, а конечно. Ровень, ровень. Так, ну чё, значит, все готовы? Все, кто из чата пока? Да.
Ну, я не очень, но ладно, господи. Привет, шоу. Привет. Привет. Ой, не найти игру, а закрытый матч. Я офигею. Охереть, что с голосом? Восьминой крутой. Так, только успеть создать классно, да? Крутой. Кстати, с прошлой игры сохранились классами. Можно даже не создать. Да, у меня тоже сохранились. Все хорошо. А у меня нет. Страдай. Я не помню. Какой режим? Пока свободную игру побегаем. А что такое свободная игра? А, это убейте всех, так например, сам Фришко. Uh-huh. Нет, команд, нет, командный бой. А, карта. А, давайте опять пи-пи-пи. Сейчас. А... Давайте по порядку пойдем по картам. А я единственный нигер в команде. Йоу, бро. О, жаль, Галенкина нет, ему нравится. А он обещал пойти. Нигеры? Да. А что-то он, собака, не пришел. А Близзарды молодцы, они же выпустили русские версии роликов. Ого. Ну, они, наверное, веселее. О, привет, Алекс. Привет. Посвятите, а что за ролики? Ну, сейчас мы смотрели, короче, там, презентовали новые ролики на BlizzCon. Значит, первое, это показали первый ролик StarCraft. А второго? Да, именно. Что же я тут с вами делаю? Вот. Ну, там по мелочи анонсировали новое дополнение для Hearthstone, анонсировали новых персонажей для Heroes of the Storm, в том числе персонажей The Lost Vikings. И не только там, это ТМ-ка, которая... Runner по Lost Vikings! Трал, да, Джайна и еще кого-то. Вот, ну и последнее, анонсировали новый IP от Blizzard, Overwatch, такой Team Fortress. Да, ну это хорошо, потому что он мне нравится. Ну что там рассказывать? Да, сделали Team Fortress. Нажимайте автор распределения. Такой Team Fortress, который нарисовали Pixar. О, ребята! Вау. Это круто, короче, мне накажется. Короче, Blizzard по фри-ту-плей угорел, понятно. Смотрите, кто в Атласе, ребят, все, мы выиграли. На траву, я только проснулся, я бесполезный вообще. А, доброе утро. Чего ты всю ночь занимался? Опять качался? Я кстати, слушай, я проснулся, доброе утро. 7 часов вечера заснул. И такой периодически просыпаюсь, думаю, Кузьмич там играет, наверное, уже дальше спать. Слушай, ты сейчас скажешь, что я тебе снился вообще. Ну, конечно, снился. А, ну окей, тогда можно. Как-то лагает сим. Да, ой, кто-то лагает, тут бегать, не попасть. Наверняка. Это я был. Я лагаю, может, я не трогать. Кузьмич, не... А нет, у меня немножко изменилось тут всё. Пипец. Мышь лагает, значит. Да, но... Всё лагает. Спасибо, что убили меня, лагающий. Так. Ой. Красти, да, ты молодец. Короче, Warcraft 4 никогда не будет, по моему. Ну, вообще, кстати, это отдельная мысль такая, что я очень надеялся увидеть новое IP вообще Blizzard'а в ММО мире. Потому что, по моему мнению, Blizzard'а так мало... Как я лагаю, да, господи. Отвратительно. Сейчас подойду. Они показывают, я так понял, кастрированный титан, который они делали. То есть там, если смотришь по роликам, там описание абсолютно все то же самое, что... В общем, можно сделать так, чтобы не лагало, но тогда чаще будет вылетать с сервера. Поэтому лучше лагать. Ограничить пушку сервера. Ты можешь микрофон изо рта вытащить? Да, отвратительно слышно. Шаш, я говорю, аналитика с мультиплеером тут как-то не вяжется. Сейчас послушаю. В комнате. Какая аналитика, какой мультиплеер? Так, ну я 0-3, так что сегодня кому я попаду? Ну, про BlizzCon. Еще раз, что непонятно, за вопрос кто был? Говорит. Ты про способ какой-то говорила, что будет лагать, меньше лагать. А, шейдеры. Подгрузку шейдеров включить. Это тогда будешь чаще вылетать с сервера, но не будет лагать. Вот, я сейчас не вылетаю, но лагаю вначале жутко. Ну, то есть это, собственно, подгрузка идет. Ну, не убивайте меня, пока. Ладно. Привет. Итак, всю игру. Нашел. Ладно, всем хорошей игры и доброй ночи. Давай. Давай. Господи, сколько вас сразу. О, я, кажется, все.
теперь можно. Дождь. Вов, дождь ужасный. То есть он классный, ужасно страшный. Ой, тьфу ты, это наш. Не знаю, бомбанул, я просто тебя стрельнул. Ну да. Кто там долго? Господи, ты где вообще? Куда делся? Я вот научусь, вообще буду хороша, а сейчас пока нет. Че, убежал уже что ли? Куда убежал? И знаешь, Кузьмич, ты уже узнал, что такое БПЛА? Ох, сколько вас там. Да. Да, я тоже. Растем. Сканер? Что? Да, да, да. Так Кузьмич уже знал, что такое БПЛА. Но мне вчера объяснили. Да, а меня вчера не было, я сама узнала. Подробнее о аббревиатурах. Беспилотный? Беспилотный. Летательный аппарат. Ей! Я лагаю. Ауч. Я не знаю, что с этим случилось. Ауч, опять ты? Ну-ка, встань, конечно. Блин, надо тоже поставить, как у тебя вот эту штуку. У меня лагает мышь постоянно. А, ну это знакомо. Мы сегодня ошибки. Сейчас я... До 7 часов утра играли. Вы вообще работаете? Вообще проблем не было. Иногда. В перерывах. Иногда, да. Ну ладно. Видимо, в следующий раз только. Ах ты. Ну вообще пальцы, конечно, от этого шифта устают. Так я же могу зажимать. А? Его не надо зажимать. Я знаю. Подкаты делать. Да, вот эти штуки. Не подкаты, а... Стрейфы. Стрейфы, господи, мой знак. Так он не зажимается. Ну, у меня пальцы короткие. Мне не нажать... То, что нажатие, это вообще не проблема. То есть, зажимать мне не страшно. Мне... стрёмно растягивать руку по полклавиатуре. Ну там другой шеф есть. Ой. Хил, хил, хил. Галён, ты вообще левша, поэтому у него вообще-то жир. Серьёзно? Да, ему представляете, ему... Мышка у него в левой руке, ему приходится правой на клавиатуре. Офигеть. То есть ему всегда постоянно кастом, да, кастом лодаут делать для каждой игры. Серьезно, он вот так на мэпу играет. Да. Он неплохо себе вроде играет. Фиг. А есть какие-нибудь клавиатуры для левшей? Ну не так, в принципе. Я левша тоже, но я потому что я тоже привык играть. Они просто переворачивают. Ёй! Вот эти манки. Разворачивают? Блин, Алекс, ты опять за свое? Да. Да. Ты куда побежал? Не оборачивайся, Лоб, не оборачивайся. Вражеский БПЛА. И все, сейчас нам жертва. Слушайте, я честно говоря боюсь смотреть, что там за Team Fortress от Blizzard. Если бы я сам их как не видел. Не смотри, Алекс. Ты либо проснешься, либо вообще вечно. Новый ролик будет. Визжать буду. Да, я думаю, все равно все визжать. Повтори, мотор. Нет, мы это все равно будем играть в это. А сегодня какой день недели? Куда уже идёт? Пятница. Суббота уже. Да. Доброе утро, Таня. Ой, ё. Как сложно. Чё? Да ничего. Ой. Да мне Мамкин как не проходит? Ну как ты так? Что-то Макс там всех нагибает. Макс, ты чё, играть? Ну там все друг... Так как? Я не успел просто собрать никакие награды за серии. У меня один дрон, разведдрон и все. А что такое награды за серию? В этом режиме ты можешь. ТПЛ. А. И только? Да! Да! Как так-то? Андрей. Так-то! Черт! Ну я там сила. А что говорил там вот чит-шейдеры? Сейчас я не могу подсказать, если честно. А, у нас в чате все играют, кто хочет с нами. Сейчас я посмотрю, что ты ничего не писал. А у нас неровно, да, получается? Немножко. Немножко. У нас 3 на 5 идет. А, вот же! Зиверс! 5 на 6. Мне наконец-то красный экзоскелет дали. Красный. Привет. Ни разу не видел.
Бело-красный. Да ладно, видел наверняка. Ну я немного играл. Давно хотел. Кстати, за сингл дали. Мне вот как раз Риверс подсказал, что делать, и мне перестало вылетать. Кузьмич, ты качал в сингле экзоскелет? Да, до конца почти прокачал. Тогда тебе тоже должны были дать. Плейдроп за сингл. А обычные гранаты здесь есть? Да, но они тоже через катапульт. А? Прак граната, она через катапульт тоже запускается. Ауч. Что это за киллстрик, Галиа? Это ты титана призываешься? Мечтай еще раз инвайт. 775. Так я лоудаутом занимаюсь сейчас, подожди. Расследуйте все. Будет время. Ну все, я готов. Мне нужно что-то тоже сделать было. Ну ладно уже. Так, все. Я с вами. Это ты с нами, да? Я не вспомню. Дельгада, да? Ты на месте. Да-да. А, подожди, а ты не синенький почему-то, скорее всего. Не синенький? Да, ты не синенький. А у меня ты не ко мне джойнился тогда, значит. Сейчас прижимся. Давай я тебя кину. А чё, вы новый лобби, что ли? Нет? Снова не синенький. Ну, а что такое? Да, у меня тоже Дельгада не синенький. Мы же распределяемся все равно сами. А я вот не знаю, почему. У меня все синие, кроме Дельгада. Не, тут можно выбрать команду или Атлас, или Страж сразу. Да, почему Дельгада беленький? Да. Ладно. Понеслась. О! Веселая карта. Диамон. Спасибо. Ну что, ты Амика тащила в этот матч или как? Или как и я? Как обычно я? Куда я мне? Я третий уровень, что ты от меня хочешь? Четвертого, пятого, шестого и... Вплоть до этого... Как это правильно здесь называется? Престиж. До престижа. Это не ко мне. Автор распределения? Да. Нано. Ну все. Охереть, да, почему я с двух рук? А, это кто-то был другой. Кто это с двух рук тут? Дельгада, ты как? Да. Как ты чист, это сделал? Это чист. Да. Это имба просто, мы вчера ее нашли. Расскажите мне. Мы ведем. Как вы ее делаете? Так, я пока торможу очень сильно. Один ТП-шечка есть с Акимба. Да, потыкал все же скин. Первенство утрачено. От этих пластин на крыше хочется подтолкнуться или побежать. Космич сзади. Ну, надеюсь, это был ты. Мы лидируем. Засранец. Что у меня? Мы потеряли преимущество. Блин, ну как можно? Да, Дельгада везде белый. Работающей мышкой вообще. Шутер. А мне здесь помогло отключение шейдеров. Помогло? У меня, у меня не было таких проблем, но у меня эти шейдера сразу были выключены, по умолчанию. Не-не-не-не. Ох, вас там... Ох, вас так много. Боже, кто там насилует по этому? Алька, не насилуй клавиатуру. Я? Простите. Ну как? Я от одного прятал, сзади пришел, а? Засранец. Нет. Я бегу по трупам тиммейтов, преследую. По крышам это я прыгал. Нет, не по крышам. Спереди шел. Спереди я прыгал по крышам. Ты был сзади. Ты что? Ладно. Ух ты, я стрельнул в эти парни, они меня подбили. Это твой труп хладный передо мной упал? Это Куковский там опять был. Ой! Кто баг? Блин. Я. Научился? Да, я научился. Так. Я смотрю, ты там стоишь рядом, как возьмешь. Ну стреляешь в него в баг, и он взрывается и убивает всех, кто рядом. Вот это какой такой баг? Баг! По конвейеру идут. Баг.
баки, баки, которые... Что там робот горит, да? Желтое, типа горючего что-то. Тут кулаками всех убивать, а? Е! Сзади! Вообще, самое ультимативное оружие было в Modern Warfare 2, флеш выглядит. Ну, я в тебя пора. А что за хрень на меня влетит? Она взрывается. Это мой дрончик маленький такой? Да, да, да. Слушайте, у меня после хора карта не восстановилась, она до сих пор все выключила. А никак. Ничего себе. Так тебе. Пизгада, убери. Что? Нет. Кто вчера жаловался? Да что такое? На подлете просто. То есть помощь помогает. Я умираю, просто умираю. Постоянно. Не успеваю даже ничего сделать. Ладно. Спокойно, спокойно. Нет, на самом деле, когда вот так играешь, то ли... Люди собираются, те, которые хорошо играют, даже если плохо играют. Всегда тяжело играть, чем на рандоме. С двух сторон! Да ё-моё! Бегал просто! Ты зачем пришел, помешал нашей идиллии? Со своими куколками. Тра-та-та-та-та. А что, хорошие пуколки? Надо попробовать. Да пипец эти имбовые пуколки. Че за пуколки, расскажите мне? Нажимаешь, все. Просто, да, две кнопки. Серьезно? Вперед, да. Здесь же большие расстояния. А это какие-то нужно определенные поставить? Как-то да. Кто-то очень сильно бьется. Ну кто у нас бьется? Да, кто кричит громко? Она же микрофон настроена. Извините, пожалуйста, только сейчас. Я тогда выключу. Гарнитуры просто. Растить. Она очень старается. Тогда я тише поставлю совсем себя. Ух ты. А это ты тише себя так поставил? Подожди, я не помню, в какую сторону. Ты интимный голос. Убивать надо. Ну я же. Так, тише стало? Ну попробуй подолбить, как ты обычно делаешь. Я не могу, я это делаю только... Потише. Ты потише делай, в мамле сделай. Побольше. Угу. Чтоб он не ловился. Ой. Ведь я уже убиваю все это время. Пойдем, давай оттестим, потому что, ну, как бы это... Да вроде лучше. Пока да. Золото! Главное, никто не прикрыл. Все стояли, смотрели. Над вами вражеские ППЛА. Ну как так-то? Вот так вот. Это за все эти годы. Ой, нас? Все годы. Как вы вместе бегаете? Мне страшно одной. Это не серьезно. Давай цепляйся за юбку, мать. Да они там втроем бегают. Это эхо-юбка. Ну я думаю, у них эхо-юбка. Все равно, да, слышно хорошо? Экзо-юбка, вот. Экзо-юбка. Пошла. Она в порошке разворачивается. Да. Или в щит, вот лечит, тот же. Лечит в BTS. Да, разумутузим. Он его стрелили просто. Разумутузим. Ну ладно, утешает, что не одна я такая здесь. А так норм бегать. Над вами вражеские БПЛА. Везде вражение. Куда ни посмотрим. Блин, мы все равно проигрываем. Это ж не я был. Кто у мамки нагибатор? Давайте секунду, это, в лобби сидим, буквально 5 минут, я пробую вытащить строить. На дно просто. Я видел, как мог. А кто такой Дрим, я не знаю. Я тоже. Он беленький. Ну и хорошо, что он беленький, просто... Он 3-0. Почему Делькадо беленький, мне интересно. А играет за черненького. Пошли на шутку за 300. Да, у нас других не бывает. Аж подождите, я не могу нажать начать игру, кстати, не из-за того, что эти люди пожалуйста. Пришли. Так, нужно Акимба себе тоже. Тут кикнуть можно. Как? Вот это? Нет, на ник. Там, вот это. Левый клацаешь, там должно не, быть. Не, просто странно, потому что это закрытый матч, а я не... А я не могу... Ну, может, у меня? Не начинай пока секунду. А, вот он ушел? Нет, кто-то вышел, и можно... Дельгадо.
Я настраиваю кое-что, секундочку. Перезаход, да? Не, я мышку. Вот возможно от шейдеров эта вся фигня действительно, я не чувствовал таких проблем, потому что у меня они были выключены сразу. Подгрузка. Пингли там с ними есть. Но у меня тоже они сразу выключены, да, как бы. Сразу. Видео отставать начинает, если они включены, у меня, по крайней мере. Ну, это же для мультиплеера другие настройки. Совершенно. Там можно забить на это. Кстати, вот ты сказал, что другие нет. У меня это были те настройки автоматические, те, которые в основной игре. Ну понятно, что система тебе поставила и там, и там. Одни и те же рекомендованные. Ага, понятно. У меня такой милый дельфинчик. Как изменять красиво вот эти значки? Ну. Как они называются? А, оператор. Оператор, player card. И там эмблема. Карточка игрока. Да, но у вас прям красивая, а у меня какие-то отстойные. Ну, в смысле? Их, наверное, разблокировать, да, надо? Нет, ну там можно этих... Да, прикольно. Из автоматических сразу делать. А где их взять? Ну, там потыкаем, нажми. Их несколько можно. Одну соединить. И сколько тут еще пооткрывать надо? Ага, не говори. Так, задрожился. Проблема с мышью. Вообще вчера кидал тебе гайд. А, нашла! Ух ты, господи, сколько их тут. Ну что, все готовы, нет? Стрелять да. Начинаем. Михаил. Ждем дельгада. Ох ты ж! Дэйм это чей? Чей это труп? Будет немножко объектив... Блин, этого слова. Сразу деньги инвайт, чтобы я не сходил. Всё, FN 2000. Чё? 120 карт на Хердстоун! Пойди не перевозбудись там. Уже поздно, поздно. Ножом. Все с вами. Ой, сейчас я могу начать игру, интересно. 6 на 6, да. Баланс! Баланс! Привет, Destiny. У меня прям постоянно уже смотрители есть. Смотрители. Ну, я не знаю, как наблюдатели. Overwatch. Я не могу слова. Раньше смотрители маяка было, теперь стримов. В плаще из масляной лампы ходит. На районе. Я освещаю путь. Так, ну чё, я, конечно, по-моему, это глупая идея. Хотя у нас дельгада, ладно, я буду с ножом бегать. Люблю эту карту. Блин, опять-то вы против меня вообще. Да, что у нас там? У вас дельгада. Ура! Распределение. Офигеть! Ага, ну-ка давай-ка к нам кто-нибудь. Вот у нас Максим есть, он рулит. Нет, я просто ты сейчас как-то... шотганом полетаю. Чё-то я как-то медленно бегаю. Какой шотган с ножом? Ко-ко-ко! Первый шотган. Первый шотган, блин, мощный. Если платно. Ну, ладно. О, да, карта клевая. Да, карта. Да, мне нравится. Я пока буду каждый матч. Кузьмичка. Ну блин. Почему я с анонимными игроками рандомными нормально играю, а когда с кем-то знакомым? Хотя бы одним. Потому что стесняшки. Знаешь, в чем причина? Нет. В голосовом чате причина. У меня если много... Отвлекаешься, типа? Да, ты очень много отвлекаешься. Не знаю, я когда пьяный, отвлекаюсь, я лучше всего играю. Что? Да, я тоже пьяный лучше. Да, ё-моё. Нет, господи, не пугай меня. Современные девушки. Эй. Ну окей, не пьяный, не трезва. Так, раз. Красти, к тебе навстречу там. Воу, это ты? Кто там прыгает со мной? Все наши. Там Гуфос с ножом бегает. Серьезно? В невиде еще скажи. 4. 3, вот видите, отчеты там с ножа режут. И правда с ножом. Только не Гуфовский. Гуфовский.
судя по счету, это... Ой, что-то ладно. Что-то тут неинтересно, я не успеваю никого убивать. Ладно, перейду в команду неудачниц. У нас просто 7 против 5. Ауч! Кто-то, видимо, давай я туда. Давай, походи. Меня расстреляли раньше, чем ты бежал. Я перешла. Ой, да. Ой! Я тоже перешел. Окей. Понятно. Я перейду! Извините, я громко, да. Меня убили, пока мы переходили. Отвратительно. Да стрелять, когда мы... Я вижу чувака в красном костюме, значит, это гуфовка. Он даже знаешь, можно... Александр развлекается как может вообще? А вот Дингана как всегда. Я тоже остался. Мне надо, кажется, сменить пушечку. Мин на вас нет, вот что. Вот, кстати, какой-то постер висит Бэтмен 2, это что такое? А мы, кстати, забыли про микрофон на Мики. Да, она как долбила, так долбит. А, кстати, да, действительно. Господи, я не могу... Нет, не получилось, не улучшилось. Да, лагается. Окей. Ну, все лагает, и пробуем сети игру. У меня сама игра не лагает, а вот мышь вот. Мышь ужасно. Ну, поединок. Что там на крыше засели всей толпой? Слезайте, да. Нечестно, да, уходите. Не, вообще, кстати, такое, не да. знаю, во всех играх, если есть крыша, все это, начинается борьба по крышам. А тот, кто сверху, тот доминирует. Далеко лежу. Опа-на! Доминатор. Господи, тут теряешься, с ножом вообще не реально. Все прыгают. В горло прям, отлично. Опа-опа. Ой-ой-ой, он бежит сзади. Блин. Камбэк. Ну только я пушечку взяла. Хорош стрелять. Сейчас, блин. Алекс, офигеть, ты пролетел. Иди сюда, Васька, иди сюда. Сложно. Ауч. Что это было вообще? Да, ваш Макс, это что-то. Или на. Все, ах, ты здесь свои. Привет. Привет. Я так понимаю, все в Call of Duty? Ну да. А разве здесь еще игры? Возьми, ты не поверишь, что да. Над вами вражеские БПЛА. Да. Хардстоун. Не напоминайте человека. Да чего мы накатились? Фу ты, блин. Да. Прекратите, без пример. Они там кугар опять на крышах тусуются. А у меня иммунитет. Блин. А у меня тоже. Но у меня нет иммунитета к дробовикам. Леша, ты что, тоже с ними? Да, я прикатил. Не видно, не пусто, не пусто, не человек и нож. Давай, бой. Зарядка, какая странная. Он фигурно быстро заходил. Ты слишком быстро для ножа. На самом деле, стрейфануться. Что за херь красная его? Скайнер. Ауч. Это кто-то активировал. Скайнер. Прикольно. Я даже кого-то убил за это. Ух ты, ух ты. Меня кто-то... А вот то, что мы... Меня аж камбэк дали. Так я давно забываю смотреть на миникарту. Она так высоко. Да и... Я привыкла, что миникарта снизу. А ведь проиграем сейчас. Ну-ка там... А это крайность. Ой-ой-ой. Рапортаж. На мне бы последний место смотреть. А, нет. Товарищ дробовик не обернулся. Загружу компьютер.
Ну нормально. А, да. Снаряд. Сейчас что-нибудь с клавиатуры сделаю. Не, Амика, у тебя есть гарнитура просто? В системе определяющаяся. Ты давай так. В стрим можешь выводить звук с микрофона, а в Mumble можно поставить микрофон, если у тебя их два в системе. Есть, скажем. Есть, да. Но не гарнитура сейчас. Или клавиатура. Ну там тоже слышно будет на самом деле. Сейчас. Поролончик наклей. Попробуй там. Входящий. Так. Исходящий какой-нибудь. И клавиатуру в воду опусти. Поролончик, поролончик. А звук. А, вот сейчас. Раз, раз. Вообще пропал. Ага. Ура! Микрофон. Я вас ненавижу! Эй, я все слышу! Вот. Я забыл поставить. Эй, я все слышу! Да, и мы тебя слышим. А ты сейчас что говоришь? А, так. Сейчас меня слышно? Что-то точка заплакала. Ну так папка-то, сколько уже дней из кота не вылезал. Папка, папка. Пошли поиграем. Раз, раз. Поскладываем. Нет. Папа задрот. Весь стрим включил, увидел, что не нагибаешь. Папка, папка, да. Кстати, насчет не нагибай, итоги матча. Счет. Да, не нагибает, все закрыли. Раз, раз. Вы стримите еще? Да. Раз. Скиньте, раз, раз. А, у меня там в профиле есть. Сейчас скину. Спасибо. Спасибо. Ужасаюсь Близзардом. А что там, кстати, на Близконе? Это я все пропустил. Там сейчас World of Warcraft показывают фильм, наверное. Ну, не фильм, а в смысле презентацию фильма. Да, нет, там сейчас турниры всякие. Там параллельно несколько сессий. Да. А, да, да, мы тебя слышим, Амика, уровень постучи тишины. По клавиатуре. Слышно, да? Слышим, да, слышно. Вот так? Но все равно слышно. Ну, нет, у меня второй микрофон почему-то не хочет в Mumble работать. Я сейчас чисто... Вроде не слышно было, да? Слышно. Окей. Не хочу тебя расстраивать. Ну, кстати, немного чище стало. Да. Может какой-нибудь по точкам? Гарнитурка от Сайберия. По точкам? Ну я в этом просто, в настройках Mumble сейчас. Как это называется? Найти подавление? Подавление? Наверное. Или опорный пункт? Захват точек какой-нибудь. Да, подавление. Опорный пункт это где мы там... Одна точка. Да, где одна. О! Блин, нет. Это... Сейчас слышно было? Конечно, слышно. Уже получше. Но клавиатуру все равно слышно было. Ну да. Но она не отображается на бегунке. А что я могу вместо Semtex'а взять? Какой-то нож не очень. Взрывной дрон. А так? Дефендер не надо. Так меня слышно вообще? А, во, нет, тут типа томагавк есть штука, надо с ней попробовать. Пастый дрон какой-то. Дефендер все... она подлагивает, да. Раз-раз. Кузьмич. Раз-раз. Что-что? Слышно? Карта. Клавиатура. Defender это плохая карта, да? Она лагает. Она подлагает. Она хорошая. Она лагает. Так, может, ну, тоже пофиксируем? Я по порядку просто иду. Следующий Детройт тогда, чтобы не сбиваться. Давайте захват точек. Или Детройт уже в ноги? Ну пошли, 12 флага. Человек нас. Детройт был на фабрике вроде бы. Окей, все готовы? Ну, да. Типа да. Того нет на самом деле. Да, капитан. Стартуем. Понеслась. Меня вообще слышно? Окей, меня не слышно. Здесь кто-то есть? Тишина. Нет. Я есть. Неловкость. Куда же Галёнкина нас... смыло? Раз. Не пришел на свидание. Пим. Пошел под пальмами отдохнуть. Пим. Это уже холодно под пальмами. Пим. О, дорогая, там вместе. Это что, означает, что это 100% вин? Нет, что его тратата не будет убивать. Да, что тратата не будет. А что, была тратата? Да, ненавижу тратата. Тратата. Захватите и удерживайте флаги. Так, ну-ка, ну-ка, что тут за... А как ее вернуть? Ух ты, вернулась. Вот эта штука, я сейчас ей прикопаю.
Как ты магав в прошлых частях? Берем Б. Чините. Блин, надо было гранаты тогда взять. Тут закидывать на точку Z. Прочь нажать. Красота. Все, я убрал логин. Всего лишь перезагрути компьютер. А, всего лишь. Всего лишь. Всего лишь. Каждый матч мы разрезали. Не, играли через матч. А я что-то же четверых нарезал. Ты рядом с точкой просто бегаешь, нет? Да. Теряем точку Б. Сыпал. Ну все. У вас тоже упало все? Точку Б. Смотря о чем. Вы что там в вагоне делали? Смотря что упало. Захватывали. Нас двое было. Ау, сзади пришли. В глазах двоилось, так что. Кто-то... А меня слышно? Мастер с кулаками размахивал. Я набил. Кажется, нет. Ну ладно. Воу-воу-воу-воу-воу. Берем А. Рубль у всех падает. Рубль, да, у всех упал. Да что ж ты не режешься? Давайте не будем хорошим. Потеряли точку Б. Так. Зато можно будет MacBook на 1 рубль купить. Coming soon. Берем Б. Нет, точнее, доллар MacBook. Только сделанный в России. Нет, нет, нет. А, на заводе АвтоВАЗ. Враг берет точку С. Так. Мы потеряли Чарли. Так как у нас счет плохо, счет. Плохо. А я вылетел, у меня игра упала, я сейчас перезапущу. Теряем Браво. Ля-ля-ля. Враг удерживает все точки. Hey! Ну. Амика, такая тактика не работает. Здесь. Шкерится. Слишком лосьминого. Ну здесь ты ни у кого так не держишь просто. Ай, БПЛА. На тебя Гуковский с ножом не держит. Не работает. Ты же видишь, что там лежит. Обнаружен вражеский БПЛА. Только нагибать нельзя стало. Нож. Не понагибать. Сейчас научат ты играть и все, и пипец тебе. Красавчик. Слышно. Так уже научились так. Ух. Блин. Это как вторая работа уже. Личная месть. А вот чем ты на работе занимаешься. Она не притягивается месть. Обратно. Да что ты будешь делать? Короче, нахрен. Каким бы возьмем. Неужели они не стучит по клавиатуре? Я в шоке. Браво. Получилось. Я вообще не разговаривает, по-моему. Я вас слышу, но он. Тебя я слышно выгреют. Не до вас. Мы потеряем клавиши, если что. Да я пока не говорю. Говорите со мной. Это мясо вообще. На Б мясо. Привет, точка на кости. У нас сейчас точка мало. Я как нубло вообще. Хотя почему как? Блин, мы все точки потеряли, эй. Давайте же жопу, эту голову из жопы вытащим. Как нашим вообще? Сложно. Быстро. Мне надоело. А, здесь команды нужно ходить. Как минимум вдвоем. Нажали? Да блин. Ну просто это мой любимый режим. Теряем точку Чарли. Боже, как их много там. Убегаем. Так, точку А, мы проигрываем. Берем. Все относительно, я иду. Теряем точку Б. Это я был. Враг берет точку С. Вот, по-моему, здесь намного лучше нажал. Вперёд точку Чарли! Да, вообще удобно. А, это чешуя. Да ёпмаё, у меня как патроны кончились. Да блин. Ау! Я в воздухе висю. Кто там такой хитрый прыгал на точке? Я! А мы даже что ли выиграли что ли на этот раунд? Это да. Это нет.
Как выиграл? Я половины еще. Раз. Доминирование. Меня слышно теперь? Да. Я. Да, а было не слышно? Не знаю, вы мне не отвечали. Теперь у меня это комплексы. Враг взял Чарли. Обнаружен вражеский ППЛА. Берем Б. Обнаружен вражеский дрон разведки. Дроны какие-то. Закидали синхрон. Я обнимаю тебя. Да, блин. Только родил, возродился меня уже. Отстреливает. Что за непорядок? Даже возродился. О боже, сколько вас тут. Зачистка. Говорю, они и балкон. Конечно. Я говорю, так надо. Вы достали? Пацаны, погнали. Ёп, моё. Я себе настал, там 6 перков с одним ножом. Что ты, блин, пугаешь? Да, я знаю, ты пистолетные сервера и все всякие вот эти извращения любишь. Ну, в Battlefield я на пистолетных серверах залистал. Пистолет ничего нет. Сеть толпа побежала. Надо собраться. Да, надо собраться. Выглядело очень забавно, человек с джетпаком прыгнул и его убили, когда он ударился об стену. Выглядело, как будто он об стену убился. Да. Теряем точку С. Враг берет точку А. Что? Ну, в общем... Мы потеряли точку А. Даже не дали Кузьмича зарезать. Ну да. Такой кайф, да? Извините, спас. Молодец. От позора, да? Фу ты, блин! Что ж я сегодня так не ловлю на гранату? Ты опять на себе пуляешь? Нет, они берет точку Б. Дроны. Но беда в том, что когда ровно момент, когда я пуляю, обязательно кто-то из угла выбегает. Мы потеряли точку Б. Тебе сейчас локат взлетел. Закон подлости, да. Обнаружен вражеский дрон разведки. Враг. Ты теперь после Интерстеллара должен говорить закон мёртв. А я еще не знаю. Что за? Кузьмич. Чего? Да что ж ты... Не оборачивайся, главное. Захватить точки, или мы обречены с вами вражеские ППЛА. Ты их знаешь, не оборачиваться. Он все равно убивает, ему это особый кайф. Интерфейс отключен. Эх. Да что же у вас так патронов по нему, да? Над вами вражеские ППЛА. Поставки. Давайте тоже команды газить. Сказал, я и убежал. Если ты встретишься, захватывай. На! Я развлекался. Ауч! Твою мать, соседи. Они на Б в фургоне. Они на Б напротив. Они на С там. Они везде. А все убийцы за что дают? Да. На! Ну что за... Окей. Ты меня дать, ну боже, что за лаги. Все хугают. Да, что за жесть какая-то. Деньги вроде все нормальные. Но они постоянно просто скачут. С подкапля не получилось замены. Обнаружен вражеский ППЛА. Вау, базука как суровый. Ой-ой-ой. I see nothing. Что ты за мной бегал вообще? Что, хамика ни разу не зарезал, не за нас? Что? Что? Она с тобой, блядь. Она просто с тобой. Обернись. А за мной всегда хамика с ножом бегает. Она поэтому молчит, потому что сосредоточена. Эй, меня опять не слышно, что ли? Да. Фига, их пятеро! Или четверо! Их четверо шло! Ребята, почему мы не такие дружные? Не знаю, почему у нас разборщик. Ты не молчишь просто. А я не знаю? Окей, ладно. А вы же меня слышать будете? Так, мы что, проиграем? Окей, на Б. Ну вот я бегу на Б, там, наверное, меня встретят. Ну, я же.
обнаружен вражеский ББПЕ. А Е что такое? Ой, блин. Да, шутки за 300. А ты неплох. Чёрт. Простите. По этому сражению. Ну это вообще не серьезно. Офигеть, 75-74. Норм. Я еще на первом месте. Он должен. Ну, эй, я мне нравится захват точек. Давайте еще раз. Это красота. А с Андрей вылетал, что ли? Так нас пятеро. Я второй раз вылетел. А меня слышно вообще? Да, да. Очень хорошо. Сейчас да. Там просто как бы в бою не слышно. В бою тут не слышно не вообще для... ничего. Не почти. До этого. Шутки за 300. Так, тебе кинуть приглашение или... Подскажите мне какое-нибудь... Так, сейчас интернет поднялся, ребят, приглашайте. Пушечку, которую... Так, поднялся... Я по голосу не узнал, кто это. Брейн. Брейн. А я не могу почему-то пригласить в игру. У него шлем клёвый, я тебе запомнил. Так, меня... Один из команды потерял. Меня выкинул. Всё, всё. Ну тогда пускайте какие-то начались. Нет, ну... У меня какое-то предупреждение вышло. Еще раз, так, Брейн появился. А, у нас снова... Великая игра. У нас снова не приват, да? Кузьмич, меня пригласи. Фух. Подскажите мне какой-нибудь... А почему-то ты, видно, что не играешь в игру. Все, я теперь даже синий. А, тебя даже... Что значит синий? Ну, вот. А, в стиме? Ну, вот, не, в лобби, когда вот в лобби сидим, мы всё, понял, хорошо. Синие. Так, когда не хватает Андрея, по-моему, да? Белый. Да, у меня что-то упала вся игра, сейчас пап, если получится. Давай. Секунду. Ждем. Можно пока кастомизировать своего. Мы не. Ой, закрытый матч выключился, мальчика, поэтому у нас все грустно опять. У нас тут опять две Илоны. Эй! Окей. Ух ты, Гуфовский какой прокачанный! У меня пол... Там за очками не видно. Ага. Михаил тоже девочка. Кажется. Меня лагает или просто все молчат? Все молчат. Я разговариваю. Ты разговариваешь? Слышно, Аника. Меня плохо слышно? Не знаю. Ты издеваешься надо мной? Возможно, но тебя не слышно. Это плохо. Блин, это мамбл, гребаный мамбл. Нет. Ребят, у меня что-то не запускается игра, все. Всем пока. Давай, чини там, мы пока след... Ладно, удачно вам играть. Нет, давай еще это самое. Почини там, возвращайся. Ну если получится, сделать попробую, перезагрузить компьютер просто, на всякий случай. Так, что делать? Почему меня не слышно? Кэшин? А так слышно только, когда ты говоришь, что тебя не слышно. Я... Раз. Ага, сейчас. Я вот так говорю, меня слышно? Нет, ну эта штука мне совсем не понравилась. Вот так вот. Да, по бумерангу, да. Все готовы? Раз. Только иконочку. Раз. Какую иконочку? Мяшечка. О! Вот так меня должно слышно. Да, слышно. И ненавижу мамбл. Локом клавиатуры постучи, пожалуйста. Не буду. Проверим. Нет, его слышно будет. Не, как? О, не слышно! Почти было. Да, отлично. Вообще не слышно. И ты обёшься. А, вот теперь слышно. Ну я просто... Не, надо же лицом туда. Все готовы? Да. А у нас закрытый матч снова или открытый уже? Закрытый, мы не вмещаемся. Тогда я не готова. Мне нужно... Подождите секундочку. Мне нужно очень быстрый автомат какой-нибудь. Я себе так и не выбрала. Не автомат? Самый первый. Две пуколки. Самый первый. Четвертый бери, две пуколки. Четвертый? Да. АК-12, не знаю. Нет, может пистолет-пулемет? САК-3, да. САК-3, во, может САК. Щитом? Так, пистолет, пулемет. А, хорошо. Я люблю очень, чтобы быстро было. Он с двух рук. С
серьезно? Чё? Мне понравилось. Да ну вас! Так. Вот там две кнопки надо жать. Все готовы? Ты готов две кнопки жать? Нет! Простите! Что? Простите! Так, а кто у нас левый зашел? Да нет, у нас тут нет левых. Уже как свой. Да, у него все равно белый. Здесь бывал. Перк же не надо активировать, да? Как хочешь. Нет, мой, который вот уменьшает стоимость. Нет, не тот. Вы начинаете бой с дополнительными. Ага, и мутет поставил. Готовы? Нет. Да блин, короче, у вас 15 секунд. Окей. Твои дела. Где мутет? Ой, а он на землю. Самая быстрая. Как им бить? Граната какая? Осколочная, наверное. Тролли вообще тут не очень. Да, хотя если... Мне не нравится. Я предупреждал. Ты злой. Я предупреждал. Ну, все, ок. Просто это в балаган уже превращается, когда там люди... Не-не-не, все правильно. Стукнул... Кто-то же должен быть главным вообще. Люди обижаются. К сожалению, это я. Люди обижаются, плакать, потом полночи. Ландри, сейчас я... Начал матч не вовремя. Да нет, ты чё, всё ок, наоборот. Да ладно тебе. Бля, всё с одного удара-то не убивает, блин. Ненавижу эту карту, ля-ля-ля. А, опять она. Клёвая карта. Да не, она хорошая. Она, кажется. Сраная пропасть здесь плохая. Уже понятно, где. О, реально две! Две кнопки зажимай сразу. Как? Это же жесть. А, Буковский щитом. Готовьтесь. Офигеть. Мне кажется, не убивает. О, захват точек. Круто. Обожаю захват точек. А как туда перебраться? А можно мне невидимость включить? Ну, если... Два прицела каких-то гребаных! Мне не помогло. Пусть чем снимаешь? Или просто говоришь, это возится? Что за херь? Помогите им отца! Воу-воу. Хорош прыгать, ты меня бесишь! Извините, а тут стоит после сама не прыгай. Да ладно! Пока ты делай, а сама не прыгай. Я не могу! У меня не получается. У меня мизинцы... Сложно, кстати. А? Здесь, да, сложно не прыгать. Да, есть... на... Тут прицела нет, я поняла фишку, да. Отлично. Ну так я слышу. Это такой, спрей-прей. Это не... Ты молодец, зачем мне-то это? Гранаты кончились вообще, все. Ой. Зря я туда вылезла. Норм, норм. Да что ты не режешь, а? Щит? О, титаны! Щит вообще забей просто. Тут титан на С. А, все. Подох. Вот с нами это. Это со мной вокруг меня с ножом. Как ты его убил? Давай, на ножах, ножом. На ножах. Ой. Это же наши все. Ауч! Вот. Иммунитет. Иммунитет. Кузьмич, ты чё стоишь-то? А я сверху плевает. Не знаю. Кто-то у вас очень хороший. С разворота. Круто. Что это за херня вообще? Я извиняюсь, у меня с ребенком проблема. Я сейчас минус 6-5-10 вернусь. Давай. Перезагрузи. Ребенка? Ну, шутки. Точку альфа. Так, мам, бля, подскажите, как эта штука называется? Директ? Икс. Не помните, да? Ай, блин.
О боже. А что это? Сервер в Мамбле, как называется? direct.karyonkin.com. Мы проигрываем. Убрать. Да я даже, блин, почему я опять на первом месте, ребят, это несерьезно. Слушай, я с ножом на первом месте. Коленку просто. Значит, у нашей команды все плохо. У тебя вообще-то это, за захватом надо. Да я знаю. Ну, надо захватывать же. Вау. Точка С потеряна. Приближается вражеский Голиаф. Опа, Голиаф. А, все, кажется, рядом с... Теряем точку А. Я туда бегу. А тут мамкины на снайпера. Стрял ганами. Оп. Враг берет точку Браво. ППЛА союзников в воздухе. Боже, шмаляют. Что происходит? Ой, бомбануло. Мы проигрываем этот бой. Блин, Леша, а если тебя убивают, не оборачивайся. Ты дальше продолжаешь? Точку Б. Теряем точку Чарли. Да ты ёб моё. Разберём точку Браво. Мы потеряли Чарли. Мы потеряли точку Б. Что здесь происходит просто? Адовый ад. Он Кузьмич опять ставит, пойду резать. Ля-ля-ля. Буду резать, буду бить, а тебе Кузьмич. Всем зрителям стрима привет. Я уже раз 4 залезу просто там. Вот чуть это много. Что? Нажмите и удерживайте F для поддержки птичкой в обороне. Что значит птичкой в обороне? Нажми удерживай. Ааа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 аa Смену сторон. Совсем чуть-чуть проиграли вообще. Там вот парень титан бегал, сейчас плохо будет. И меня убил, по-моему. Отлично. Круто. Это что такое, что... А, это ты чем-то его... летаешь. Я хочу чаю. Чаю кипяченого. Чаю, чаю. Не, не кого-то я люблю, а политзаключенного. Захватите и удерживайте флаги. Окей, с Альфой проблем не было. Обнаружен вражеский БПЛА. Блин, это смешно. Не спим. Сзади пришли, сзади! Пацаны. Не надо меня лазерами. Обнаружен вражеский ППЛА. Враг берет точку Б. Мы потеряли точку Б. Что такое Голиаф? Кузьмич. Что такое Голиаф? Это такой титан, который бегает. Серьезно? Реально? Блин, не пугай меня. Откуда он еще? Скорость включена, если на точке ставим. Мы потеряли точку А. Да стой ты, блин. Я просто перезарядиться. Еще сзади с ножом. Да у меня попробуй. Вот так тебе всегда и надо. Они ж тебя кончат. А, отвратительно. Чуть не сдохла в этой яме. Алекс нашел, не сковывался. Враг берет точку С. Птич готова. Это штука-то там не того, а не одна. Ауч. А, или ее самому взрывать на C4, что ли? Кого? Да там взял какую-то гранату. Как последнюю, по-моему. Птичка какая-то не клевая. О, мамки какая-то улучшенная. Yes. Я вам даже прыжочку должен был отключить.
вперед, точку Чарли. Еееей. Нет, ой, с двух рук как-то неудобно мне вообще. Мало боеприпасов. О, отлично, все нормально. Все, уже нормально. Погоди, раздам. С двух рук, конечно, стрелять вообще что-то стрелять. Ой-ой. На. Яма! Дыра! Блин, что? Преисподняя! Как? Ват! В кафель! Стой! Ура! Свалили! Враг берет точку Чарли! Враг берет! Я опять в ад провалилась. Что такое? Я тоже раньше. Бить команду. Все время туда прыгаю. Ну, просто как и после Evolve и Titanfall, кажется, что тебе больше хватит. Господи, какой здесь наш ватный, а? Ватный? Ну, такой. На самом деле, не ватное видение нет раньше, он так немножко подпрыгивал в прошлых ходах. Врагу. Заводился за тебя. Ну а теперь отсюда. Готов все точки. Эх. Ну. Господи Иисусе. Видать, не залезать кого-нибудь. Кто это? Тут довольно быстрый захват точки. Ну, если несколько человек. Да, если вдвоем как минимум. Нет, ну даже вдвоем очень быстро. Правильно. Чересчур быстро. Хочу все попадали. Я уже туда. Массовый психоз какой-то. О, зато ты ничего не шумит. Ты на нее фраг! Раз. Ну я хочу. Ой. Отлично, страшно. Но мне нравится расстреливать своих. Запускать про них. Что плохо? Ого, как это. Это я был последний. О боже. Неплохой. Неплохо, не. И как я играл? Нормально? Я за раз 8. 13 умер, да. Ты играл как камера затащил. Эй! Я думаю, твоим зрителям понравилось смотреть. Кстати, ребят, а почему, когда Саша иммунитет, не можешь хакерский ток привести? Ты можешь. Так, там ставится. Не, не могу. Я не могу. Прости меня. У меня очень активируется. Так, сейчас еще убираем, раз. Сейчас я быстренько вам запущу матч и дальше там надо. Подожди, секунду. Или ладно, тебе надо, тогда иди. Давай, спасибо, запускай. Раз, спасибо, что я карту сменю. Horizon будет у вас карта. Давай захват. Подожди, захват. Добавить надо. А как его, кстати, добавить? И что-то нет. Ну никак. Ну не, он сможет присоединиться к другому. Хотя да. Ну если кто-то есть. Нет. Это у кого-нибудь есть? Ну, друзья, все делаем. Друзья. Нет, все в коник. Так. Сейчас. У вас в последнее время, кстати, не приходили в Steam странные ссылки? Типа с картинки. Не открывай их. Ну, понятное дело. Просто мне пришло. Можешь меня добавить и через меня зайти так. Только новость так увидела про эти картинки. Что там говорят? Я вчера. Что нельзя открывать? Мам, да ладно. Ну вообще что это и что делает? Ну вот там аккаунты. Да. Ну а если пароль поменял? Тишина была ответом. Все плохо. Нет, просто мне очень много людей прислало. Леший. Ась. М? Я просто про тебя. Нет, только нет. А у меня не выбирается. Ух, состав какой хороший. Да, я тоже. Я не могу выбрать. Ну все, отыгрались. Повесло. А Кузьмич? Он? Кузьмич! Кузьмич! Ты в какой гараж? Сарай водку сгрузил. Меня соединение с севером. Окей, можем расслабиться и заварить себе чая.
Я пойду это и сделаю. И меня добавили. Сейчас. Стрим оставила. У меня сообщение для Тут то же самое, то же самое, да. Тоже блесну что-нибудь. Ты гоняй. Ребят, я, наверное, на самом деле пойду. Ой, вы здесь? Меня все бросили. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Нет, на самом деле я... У меня кто-то... Так. Наверное, пойду, потому что... Еще дома-то особо не было. Да, спасибо всем. Надо побывать дома. Да, я прибежала вообще, только сразу села. Так, пока тем, кто с меня смотрел, не знаю, зачем вы это делали. Жалкие людишки. Ну что ты, это целых 10 бравых людей, которые отважились. Самцы. Самцы. Ты еще не вернулся? Пока-пока. Спасибо за стрим. Пока-пока.